40-2. Участники этапа детского Кубка России по шахматам и чебоксарцы бросили вызов сильнейшим. На Красной площади прошел многочасовой сеанс одновременной игры и интеллектуальная эстафета. С подробностями Дмитрий Ковалев. На каждого гроссмейстера по 20 столов. Таких партий у Володара Мурзина и Михаила Кабалии было немало. Профессионалы могут мгновенно оценить ситуацию на доске. Всего несколько секунд, чтобы сделать правильный ход. На сеанс одновременной игры Елена Краснова вместе с сыном приехала из Батрева. Мальчика обучает шахматам дедушка. Мы только любительские, без тренеров. У нас тренер дедушка считается. Дедушка приходит, учит партии. Любители мы, не профессиональные, просто любители. Две подруги, Таня и Саша, познакомились также на шахматном турнире в Анапе. И вот интеллектуальная игра снова свела за одну доску. На кону шоколадный кубок. Я играю 2 года, и они мне очень нравятся. То, что в шахматах не всегда можно брать фигуры, а просто отступить. Задача участников шахматной эстафеты – тоже сделать правильный ход. Но для этого нужно было еще и добежать до доски. Пробежка думать не мешала, а даже наоборот. Важнее всего, говорят участники, договориться с напарником по команде. Пришлось как-то сообщать, действовать, то есть договариваться, какие ходы будешь делать, какие уже сделал. Ваша команда победила? Да. Для многих сеанс одновременной игры против гроссмейстеров международного уровня завершился закономерным шахом и матом. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.